Рада, милая, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. С чего все начиналось у Рады Рай? Это не секрет, я всегда об этом с удовольствием рассказываю. Началось все у меня с песни «Калина» и с песни «Ты душа моя косолапая». Песни народные, очень красивые, я их давно знаю, люблю, с удовольствием их пела всегда. И когда встал вопрос, с чего начать всю эту нашу историю, мы решили, что эти песни будут идеальны для начала. Да. Вот вы уже не один год исполняете «Душа косолапая» и другие песни, вот первые, которые. И вы исполняете в той же тональности, как исполняли первый раз. Вы не устали от этих же песен? Они вам не надоедают? Я поняла вашу мысль. Есть песни, которые мне хочется заменить, и я это делаю в процессе концертов со временем. То есть какие-то себя отживают, изживают, и я их заменяю новыми. Но песни «Душа» и «Калина» их заменить невозможно, и просто нечем. Ты душа моя косолапая, что болишь ты у меня? Кровью капая, кровью капая в пыль дорожную, не случилось бы со мной. Рада, в ваших песнях проскальзывают нотки цыганских, таких вокалов. Что вас связывает с цыганской песней? С цыганской песней что связывает? Опять же, эти самые песни меня связывают, потому что цыгане эти песни поют. Я тоже пою, я имею небольшое отношение тоже к этому. У меня отец цыган, а мама русская. Видимо, все это сказывается. Только не к добру я встретилась с тобой. Уходи, цыганке, сердце не тревожь. На твоей ладони пишу я беду. Пропадешь со мной, ты, парень, пропадешь. Пропаду, и я с тобою пропаду. Ты не стой на моем пути. Да поверни ты буланого коня. Ой, не поздно еще спасти. Ты не стой на моем пути.
Редочка, милая, скажите, пожалуйста, вот не так давно я слушал на радио «Шансон» прямой эфир, где вы принимали участие. И вот честно вам скажу, я знаю вашего директора Сергея Николаевича, и когда я с ним спросил, говорю, это же живое исполнение, он мне подтвердил, да, это было живое. Как вам удается достигать такого высокого творчества, высокого качества звучания, мелодий? Ну, это, наверное, даже не моя заслуга, а моего коллектива, потому что люди все очень одаренные, высокопрофессиональные, они все это так оформляют на своих инструментах, так это все исполняют, иногда довольно виртуозно. Вот. Поэтому такое звучание, ну и, конечно, спасибо звукорежиссеру нашему тоже. Его заслуга тоже не менее важна. Дальше с нами, может, все любовь простит. Бабье лето солнцем и дождями отзовется криком журавлей. Что же будет дальше с нами? Все равно любовь сильней. Что же будет дальше с нами? Все равно любовь сильней. А лист осенний падает вечернюю зарю, и лучик душу радует, согрев судьбу мою. А лист осенний падает в день липовых аллей, любовь укроет радуга от всех тревожных дней. Как вы ответите на вопрос, немного поведать нашим зрителям и вашим поклонникам о вашей личной жизни? Ну, что тут можно поведать? Супруг мой – это, в общем-то, автор всей нашей этой родорайской истории. Он, ему пришла в голову эта идея сделать такой проект, чтобы стилизация была вот немножко в цыганскую сторону. Вот. Некоторые песни он мне написал, аранжировки делает все. Ну, в общем-то, можно сказать, художественный руководитель. Вот. Так что, и, кстати, он у нас в группе играет на барабанах. Человек очень талантливый, играет на многих музыкальных инструментах. Вот. Но вот сейчас он у нас на барабанах. И сама я верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Утки все парами, как с волной волна. Все девчата с парнями, только я одна. Этого берега у одной реки я ждала и верила сердцу вопреки. Рада, вот когда вы сюда вошли, я посмотрел, у вас нет звездности, вы обычный простой
земной человек. Вас звездность не посетила. Как вам это удается? Дело в том, что я, как мне кажется, звездной болезнью переболела в детстве. И у меня сейчас уже иммунитет выработался. Вот продолжение этого вопроса. Ведь многие по времени тоже бывает, что сначала все нормально, а потом, как говорится, посещает. Не боитесь такого? Ну, не хотелось бы, конечно. Но у меня такой коллектив, что если они заметят за мной что-то такое, они это сразу быстро пресекут и обезвредят. Рада, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли время принять участие в нашей передаче. Пожелаем вам много-много цветов, много зрителей, много всего хорошего, что можно пожелать красивой девушке, талантливой. Ну, просто прелесть. Спасибо вам большое. До встречи на наших концертах. Сердцу больно, нелегко.